Привет, вы на канале Device. Сегодня на обзоре видеокарта MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X8G. Узнать ее актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этой видеокарте? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Погнали! Gaming X – это топовая линейка игровых видеокарт от MSI. Обладает мощным охлаждением и повышенными частотами, предназначенная для комфортного гейминга в любых популярных AAA тайтлах. Гейминг, каким вы его любите. Самое свежее воплощение культовой серии Gaming от MSI – это все то же сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и безупречной эстетики, которая давно полюбилась увлеченным геймерам. Такая видеокарта позволит запускать новейшие игры, оставаясь холодной и тихой именно так, как вам хочется. Видеокарта MSI Radeon RX 6800 позиционируется как продукт средней ценовой категории, предназначенный для комплектации геймерских систем среднего класса, ориентированных на работу с Full HD и 2K мониторами. Поддерживает технологию быстрого масштабирования AMD Fidelity FX Super Resolution, которая является аналогом NVIDIA DLSS и позволяет использовать сверхвысокие разрешения без драматического падения производительности. Внимание к деталям! Коррекция четкости с адаптивной регулировкой контрастности Contrast Adaptive Sharpening помогает улучшить качество изображения после применения временного сглаживания путем повышения резкости с опциональным масштабированием. Для игр, поддерживающих функцию Fidelity FX KAS, рекомендуется отключать функцию Radeon Image Sharpening, чтобы избежать чрезмерного увеличения резкости изображения. Реалистичное освещение. Технология комбинированной адаптивной вычислительной окклюзии окружающей среды, которую команда AMD оптимизировала для архитектуры RDNA, эффективно в динамическом режиме улучшает вид объектов в игре за счет точного расчета внешнего освещения. Оптимизированное для архитектуры AMD RDNA сглаживание изображений, помогающее повысить визуальное качество трассировки лучей и других игровых эффектов в режиме реального времени. Главной особенностью этой видеокарты стала трехслотовая система охлаждения Twin Frozer 8, состоящая из комплекса усовершенствованных медных тепловых трубок, внушительного алюминиевого радиатора и двух управляемых осевых вентиляторов Torx Fan 4.0 на долговечных двойных шарикоподшипниках. Холодно и тихо. Кулер Twin Frozer 8 отличается высокой эффективностью. Он гарантирует низкую температуру видеокарты при минимальном уровне шума, даже во время длительных игровых сессий. В обновленной системе охлаждения Twin Frozer 8 применяются вентиляторы Torx Fan 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшения фокусировки воздушного потока. В кулере реализована технология управления воздушным потоком Airflow Control. Он направляется в нужном направлении с помощью специальных дефлекторов. Волнистая форма ребер радиатора WaveCurt 2.0 облегчает прохождение воздуха, что способствует снижению уровня шума. Благодаря такому кулеру, качественной печатной плате и отборной элементной базе эта видеокарта способна стать удобным инструментом для оверклокерских экспериментов. На множестве элементов видеокарты установлены термопрокладки, которые передают тепло радиатору, чтобы снизить рабочую температуру. Всю обратную сторону печатной платы закрывает алюминиевый бэкплейт. Для работы в видеокарте требуется подключение одного 8-контактного кабеля питания. Безупречное качество изготовления, оригинальная печатная плата и целый ряд продуманных инженерных решений гарантируют, что видеокарта серии Gaming прослужит долго даже при интенсивном использовании. Не все печатные платы одинаково хороши. MSI-плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. MSI Dragon Center. Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozer AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенных к совместимой материнской плате MSI, в зависимости от изменений в температуре графического процессора. Разработанное в эксклюзивном партнерстве с BlueStacks приложение MSI App Player наделяет лидирующие в своей области компьютеры MSI возможностью запускать мобильные игры.
с великолепным качеством изображения и поддержкой дополнительных функций, например, настройки подсветки клавиатуры в соответствии с текущей игрой. Приложение MSI Autoburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись. Утилита MSI Autoburner является бесплатной и работает с видеокартами любых брендов. На данный момент в интернете мало отзывов на эту видеокарту, но несколько я все же нашел. Из негативных отзывов: высокая цена, сырой софт от AMD. А вот что пользователям понравилось в этой видеокарте: производительная Full HD, наличие RT, внешний вид, холодная, тихая, приятная подсветка, 8 гигабайт памяти, неплохой разгон. На этом все. Пишите в комментах, что думаете по поводу этой видеокарты. А может, вы уже являетесь владельцем данного девайса, тогда приглашаю оставить отзыв на нее. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы сможете найти в описании к этому видео. Также буду благодарен за лайк и подписку. А если не хотите пропустить следующий обзор, кликайте на колокольчик. Всем пока!